эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте! В наших программах, когда мы показываем наши коттеджные поселки, мы часто говорим, что город Анапа находится не так далеко и, можно сказать, в шаговой доступности. И сегодня мы находимся в этом прекрасном городе. У нас программа выходит накануне прекраснейшего праздника Дня Матери. Мы от всей души, всей компании поздравляем всех мам с этим прекраснейшим днем. Интересный вопрос, а что значит быть мамой, что это вот для женщин, вообще для человечества? Мама – это большое счастье, которое не описать словами. Мама – это сила, мама – это доверие, какое-то безопасное пространство для ребенка и, ну, вообще для семьи, мне кажется. Мама дана ребенку, каждому ребенку Богом, наверное, это его крылья, которые, ну, его всю жизнь должны оберегать. Это большая ответственность, скажем так. И большое счастье. Потому что детки – это счастье наше, это наша жизнь. Полагаться во многом на интуицию, чтобы делать так, как ты считаешь нужным. Потому что как бы ты ни сделал, ты всегда будешь прав. Потому что, ну, другой мамы у нее нет. Честно, я поняла быть мамой, что означает, это пока, ну, когда родила. Не знаю, ты каждый день просто становишься счастливее. Чтобы мамочки обязательно, девочки обязательно, женщины молодые рожали, деток воспитывали. Отцы, обязательно будьте рядом со своими женами, потому что это очень тяжело. Помните, пишите, звоните обязательно. Без этого никак. Слава Богу, что у меня мама еще жива и здорова. Хоть уже, конечно, старенькая, с 37-го до рождения. Главное, здоровье, чтобы было, потому что ничего, здоровья не купишь. Ну, с праздником всех мамочек, которые сейчас гуляют. Чтобы у каждой мамы было счастье стать мамой, почувствовать это на себе, чтобы каждая мама гордилась этим словом, что она мама. Оставайтесь такими же красивыми, грациозными, тонкими натурами. Мы все нуждаемся в нежности, поддержке, любви. Пусть вот всегда будет опора и плечо, на которое можно будет опереться. Вот. И свою маму тоже поздравляю, очень люблю, целую, передаю большой привет. Здоровья и счастья. Ну, чтобы детки радовали своими успехами. С праздником. И аплодисменты, очень хорошо. Мы еще раз присоединяемся ко всем поздравлениям. В наших комментариях можете поздравить всех мам, своих мам с этим прекраснейшим праздником. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, пишите обязательно комментарии. Ну а на сегодня это все. До новых встреч. Пока.